Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня встречаемся, чтобы обсудить планы правительства по приватизации на 2016 год. Вот мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем уже пробежались по некоторым вопросам. Отмечу, что этот процесс играет важную роль в изменении структуры российской экономики и стимулирует приток частных инвестиций. Сегодня нам нужно определиться с конкретными параметрами приватизации в текущем году, решить, какие пакеты акций компаний с госучастием могут быть проданы частным структурам, а какие должны остаться в собственности государства. Перед тем, как приступить к работе, хотел бы отметить несколько ключевых моментов. Первое. Все приватизационные сделки должны строго соответствовать нормам и требованиям закона, само собой разумеется. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность этих сделок, как для их участников, так и для общественности. Второе. В результате приватизации государство не должно потерять контроль над стратегически важными предприятиями. И подчеркну, контрольный пакет акций системообразующих компаний с госучастием нужно, во всяком случае, сегодня сохранять в руках государства. Третье. Реализация госимущества должна быть экономически оправданна, целесообразна. Нужно учитывать конъюнктуру и тенденции рынка. Конечно, я вот все это говорю, но мы с вами знаем, что некоторые вещи друг другу противоречат, но нужно находить вот золотую середину. Не должно быть продаж акций за бесценок, по бросовой цене. Для бюджета это не принесет особой пользы. К тому же такая практика чревата захватом предприятий конкурирующими компаниями, а это в конечном итоге тоже не самое лучшее для рынка. Этого, безусловно, нужно избежать. Четвертое. Больше внимания необходимо уделить качеству инвесторов, их деловой репутации и опыту работы. Переход акций в частные руки возможен только при наличии у покупателя стратегии развития приобретаемой компании. Пятое. Новые владельцы приватизируемых активов должны находиться в российской юрисдикции. Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы. Мы уже давно говорим о деофшоризации, и в этих условиях идти на новую приватизацию, допуская дальнейшую офшоризацию российской экономики, неправильно. Ну и, конечно, нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы, либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков. Толку от этого будет немного. И в заключение, еще раз подчеркну, для успешной приватизации принципиально важно, чтобы государство четко понимало, что и кому продает, и какие последствия это будет иметь для развития целых отраслей, да и всей экономики. Мы с вами прекрасно понимаем, что приватизация – это не только фискальная составляющая, это путь к структурным изменениям в экономике. И нужно вот иметь в виду и то, и другое. Только такой взвешенный подход позволит добиться эффективного баланса госучастия и частного капитала в экономике страны.